Другий місяць українці доводять свою незламність, стійкість та непереможність. Ми всі забули про особисті чвари чи недомовки. Вони виявились дрібницями. Зате кожен з нас почав цінувати кожну хвилину, проведену у колі родинному. Допомагаємо по-сусідськи, гуртуємось з волонтерами, а ще кожен з нас все частіше почав підіймати очі догори, аби побачити мирне небо. Війна змінила життя кожного українця. Як саме? Давайте запитаємо у народних експертів. Роботу потерял, да, у меня были очень большие планы по жизни. Я хотел купить машину, дом в этом году. Большая часть денег ушла на помощь беженцам и всем остальным. Я сам харьковчанин и помогал своим землякам сюда переехать. Ну, очень сильно поменялись ценности. Честно говоря, о деньгах, даже как армянин, о деньгах вообще сейчас не думаю. Приоритет просто, чтобы мы жили спокойно в мире. Вот, чтобы не было войны, чтобы эти оккупанты, уроды, просто ушли с нашей земли. Без работы оставил, говорится, и жилье разрушил. У меня была травма, у меня был перелом вот здесь. Вот. И такие были сильные боли, что даже жить на свете не хотелось. А вот сейчас вот захотелось жить, вы знаете, вот это очень интересно. Кардинально изменило, до этого часа жили мы нормально, как все люди. Ну, так много сейчас людей. Не знаю, деякі вже переїжджають вдруге, ми перше, тому для нас це в новину. Ми сиділи в підвалі близько місяця, може більше, з дітьми, дітей не випускали, були діти дорослі і зараз там є багато людей. З'явився час більше на родину, на діточок, на домашні справи. Хочеться миру, хочеться повернутися додому, бачити живих своїх друзів, батьків. Просто хочется, чтобы это все закончилось скорее. Взрывы, бабахи, как летали ракеты, все это мы слышали. Лично для меня это все постоянно. Я ночью это вспоминаю, не могу потихоньку заснуть. Это для меня шок уже. Я думаю, что нашим бойцам тяжелее, чем нам. Мы справимся. Вот так. У нас есть крыша над головой, есть еда, тепло, забота других людей, которые нас приняли. Поэтому я думаю, что мы должны поддерживать наших бойцов. Ведь война, конечно, учит концентрироваться в вот таких сложных экстренных ситуациях, знать, что нужно с собой в первую очередь взять, на что не нужно распылять свои силы. Мы живем с Васей, котом. И я надеюсь, что это наши победят. Выгоним эту мразь отсюда, и будущее Украины будет цветущим. И я очень хочу этого. Может быть, я не увижу уже из-за возраста, но хочу.